Так, ну, издевательство над мышами. Ну-ка. Ну, как ты мышь? Как ты его переворачиваешь? Ну, переверни его. Ты переворачивать умеешь, я не умею. Ты только что переворачивал. Не получается. Не умеешь переворачивать. Ты умеешь. Да. Ты иди, не получается. Ой. Лапки. Ну ладно, хватит мучить. Мы так немножечко меняем его. Так, ну-ка. Путь открыт, это у нас вторая мышь. Вон тут у нас кот не дремлет. А где тут выход-то из мешка? Ой, я забыла, как он открывается. О, вот она. Не-не-не, бежаем до маленьких. Бежим. Что-то я перчатку. Мне даже не погрызешь. Ты перчаткой даже не погрызешь. Что это? Что это такое? Ну давай запишем социальный эксперимент. Давай поставь его. Ага, вот зверюшка пошла. Подожди, у меня там вот закрыто. Там может открыто все. Смотри. Бегает. Кто маленький столбик? Ну что, дай ему на него почихать. Почихать дадешь на него? Он тут роет уже, роет. Ну давай его сюда. Зачем? Это она. А, вот она. Это он. Она. Это она? Что-то я их путаю. Так. Ой, сейчас чихание начнется. Так. Кто на кого чихает? Или наоборот. Так, кто тут она? Да, это он. Я же говорила, это она рыженькая. Все, не нравится. У нее рыжая спинка, видишь, рыжие ушки немножко рыжие. Очень маленькая. Я ее хочу в клеточку. Все, почихала? Почихала на мужика, почихала? Ладно. Так, пойду проверю, где зверь у нас. Он, наверное, писит в той комнате. Пока мы тут с мышами играем. Ну все, сейчас скоро приду. Где у нас, интересно, кот? Так. Эй, кошка. Кошка. Точно. Кот! Ты тут, мяу-мяу. А там нету пока мышки. Ты ищешь мышку? Мышек нету пока. Мышек нету. Кот-мышку. Ищешь мышь? Я думаю, все вкусное.